тельняшка – это как какой-то код одежды, который существует у нас. И один изобретатель подал в Украине патент на регистрацию разных тельняшек видов. И тут, смотрите, в патенте он приводит, какие на фото 14 были тельняшки. Вот военно-морской флот, десантные войска, подводники, спецназ, пограничные войска, МЧС, пожарники. И дальше он предлагает свои виды тельняшек. Это вот сам патент, который официальный, заявка на промышленный образец, автор. И вот он тут описывает, в чем является новизна, описывает нормативные акты, которые для существующих тельняшек существуют, и предлагает колорит, интересный декор, функциональное назначение, и что будет увеличение спроса у гражданского населения на эту одежду. И конструктивным решением — манжет, валана, оборки, бейки. И смотрите, тут у него приняли эту заявку. Тут он перечислил довольно-таки много тельняшек. Ну, может, откроет предприятие по пошиву тельняшек. Новокаховская тельняшка, это откуда он родом. Днепровская тельняшка. Европейская тельняшка. Киевская тельняшка. Чё он такие Киеву цвета выбрал? Повстанская или Карпатская тельняшка. Ну, это флаг есть черно-красный. Шахтарская, Донецкая или Гвардейская тельняшка. Вот Донецкие вот фабрики можете начинать шить тельняшки. Криворожская, казацкая тельняшка. Это родина президента, тоже пускай налаживают производство криворожской тельняшки. Олешковская, таврийская, цирюпинская, золотая тельняшка. Армейская или таможенная еще тельняшка. И тут что у нас? Имперская, монархическая, георгиевская, новороссийская тельняшка. Даже такое. И московская тельняшка. Смотрите, москвичи, пополам вам будет как цвет идти, и так придумал полосы. Хотя тут можно было бы и для других видов тельняшек сделать, ну, больше делений по полосам, но это, наверное, ткань такую не найдешь. Тюменская тельняшка. Ну, тут ассоциируется с нефтью. У меня один знакомый говорил, сейчас сибирская таежная тельняшка, что сколько, спрашивал, у тельняшек цветов. Ну, я говорю, ну, два цвета. Он говорит, нет. Там белый, синий, одна полоска белая, синяя, третья грязная. Но он сам моряк, в машинном отделении работал. И, соответственно, всегда и в этих тельняшках они там ползают в масле, в этом всем. И тут что он обосновывает? Слово, никнейм, спочатку кличка, кличка, призвище, от среднего английского NN name, инше имя, которое звучит как никнейм. Также сетевое имя, псевдоним, которое используется в интернете. Поява на Вакаховской тельняшке — это память про наших первостроителей. Поява ельник — это продолжение славных дел молодежи и подрастающим поколениям. Синьо-блакитні води перетворили жовті пески Таврії в зелений оазіс і подарували первину Таврії наше зелене місто Нова Каховка. Вічна зелена сосна ялина символізує і в реальності демонструє наше місто як вічно зелений і красивий. Поєднання верхньої синьо-блакитної смуги з жовтою смугою символізує прапор України. Новокаховська тельняшка може стати елементом школьної форми для маленьких граждан Нової Каховки, служити воспитательним фактором для подрастающего поколения и увечновения памяти
доблестного труда старшего поколения символом гордости за свой город. Ну хорошо, он кругом все обосновал. Это официальная, видите, у него заявка. Ну смотрите, кто есть, у кого швейные мощности. Пошейте тельняшки красивые с манжетами, там еще с воротничками. Сколько можно всего интересного придумать. Почему люди этого не делают, я не знаю. Завозят вот этот ширпотреб, хотя на основе тельняшки можно много было бы интересной одежды выпустить. Ну а так моряки, смотрите, вот видео тоже танцуют в тельняшках.